На связи МК Бацкий. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Hearts of Iron Fall. А это именно у нас уже с вами третья часть прохождения за мощный и сильный союз нерешимых республик свободных, навеки сплоченной Великой Русью, да? Так, в принципе, я тут сидел, мозговал, и, в принципе, ничего хорошего не намозговал, потому что очень высокая вероятность, что эти твари сюда высадятся. Эти вряд ли, но мало ли, может быть, тоже высадятся. Поэтому давайте не будем этого делать, от этой идеи откажемся, отменим оправдание войны. Отменяем напряженку, упала даже. Чуть-чуть. Ну, в принципе, я говорю, это миссия суицидальная для нас, мы от этого не выживем. Кстати, хочу небольшие перестановки провести, у нас здесь биржарин стоит. Биржарина здесь держать, по-моему, не очень выгодная идея, лучше поставить другого командира, допустим, Фединского. Вот я тут немножко поизучал, поанализировал, прежде чем когда вот все это принимал решение. Некоторые изменения лучше произвести. Так, здесь у нас Фединского надо поставить. Вот его. А Биржарина поставить сюда. Биржарин. Так, Биржарин ставим сюда. Плюс небольшие тут повышения проведем. Давайте. Тут у нас сделаем мастера стычек и мастера наступления. Тут Мерескова никого не может. Не может. Значит, лучше проверим. Мало ли, может, кликнул. Так, Чибисова можем. Чибисова сделаем опытным партизаном. Пусть будет. Слушаю. Тебя мы не можем. Тебя не можем. Слушаю. Тебя мы можем. Сделаем тебе мастер обороны. Как раз у нас будет такой вот микс. Один у нас есть маршал на атаку, один на оборону. Как раз очень хорошая комбинация будет. Так, почему у вас не хватает? Почему у вас 23 из 24? Че, кто-то открепился? Да нет. Странно. Надо будет это подправить почему-то. И тут нехватки, и тут нехватки. А, ну ты конница, тебя понятно, конина. Кстати, конину лучше перекрепим сюда. Так, там кое-что потом поменяем. Так, что я хотел сделать? Планы, во-первых, постирать всем. Будем рисовать новые планы. Ну, давайте с расчета на то, что будем воевать все-таки с Германией. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пусть будет 6, чтобы уж наверняка. Линия наступления у вас пусть будет идти до Седа. Там перерисуем, если что. Первая армия, вторая армия. Тоже удалить все нахрен. Так, тут Ватунин, 24 у нас тут. Ну, давайте нарисуем вас. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5. 6, ну 7, допустим. Линия наступления будет идти куда-нибудь аж сюда. Угу. Хороший вариант. Так, дальше у нас идет здесь армия чибисов. А мы тебя не повысили, разве? Почему? Еще, наверное, можно повысить, но нет возможности. А для вас мы нарисуем, пожалуй, по центру где-нибудь. 1, 2, 3, 4, 5. Так вот. И линия наступления пусть будет проходить куда-нибудь сюда, допустим. Потом мы планы подкорректируем, когда Чехословакию сожрут. Пока такие расчеты. А вас, Штирлиц, я попрошу аж остаться, да? Будет здесь пусть граница. Ну и линия наступления сюда пусть проходит. Надо будет тоже разобраться с ними. На всякий случай укреплю порты от высадок. Здесь у нас одна конина, пусть будет два конина. Пусть даже будет три конина, чтобы стабильно. Это я еще тогда просчитывал на случай высадок. Но если высадка все-таки будет... Поэтому, если все-таки высадка будет, то очень высокая вероятность, что мы с вами налетим. Поэтому не хочу рисковать. Немцы, конечно, высадки делать вряд ли будут. Хотя тоже потенциально могут. Я говорю сейчас про ВБ Францию. Ну, на всякий случай поставим, все равно конина не так актуальна для нас. Пусть вот для таких вот целей она тут и используется. Почему бы и нет. Лишняя защита никогда не помешает. А за счет Черного моря можем не переживать. Сюда турки не пустят других. Турки нас не выпустят, но с другой стороны, они сюда никого не впустят. Так что даже для нас в какой-то степени выгодно сейчас в игре. Здесь именно. Что здесь за армия стоит? Пятая армия. Это кто у нас пятая армия? Готов.
Пятая армия. Забудьте про эту зону. Пятую армию здесь. А, подождите. Готов? Так, вы пятая армия, да? Да, вот так вот теперь все правильно. Угу. Так, что дальше? Хотел я еще некоторые изменения провести тут у нас. Почему? По производству. В принципе, винтовки я подожду. Давайте подождем, пока склады добьются по винтовкам. Ну, только пока я могу с другого убрать. Здесь у нас транспорта много, как вы видите. Смысла так много транспорта делать сейчас нет. Убрал я два заводика и два на доп. Оснащение кину. А, да. Нам сюда же нужны заводы. Ну, давайте пока один заводик снимем. Вот так сделаем. Чтоб все линии запустились, а то когда у нас-то была оккупация, все это производилось же. Сейчас тут доработается. Четыре корабля. Пусть допроизводится. Так, республиканцы вернулись. Раз такая тема, раз мы не будем воевать там, давайте повоюем в Китае. Там у него прокачка мастер холода, я не вижу смысла делать. Кстати, добровольцы, сколько можем? 7 дивизий. 7 дивизий. Ну, давайте вам два танка отдадим пока. Желательно из разных армий. Готов! Готов. Пусть будет так. Послать добровольцев. Потому что если Япония сожжет Китай, для нас это будет пипец. Японию хрен разломаешь. А Японию будет проще разломать, если все-таки мы ее выбьем отсюда. Только к Китаю пошлем, к остальным посылать не будем. Пока что. Потому что много ресурсов, Германия скоро на нас пойдет. Германия, а что Германия? Германия сейчас делает фокус на Чехословакию. За это претензии даже сюда. И Данцик или война, все на нас идут. Чехословакию они не пойдут на нас. Данцев мы даже специально забрали, чтобы их потралить. Так что, в принципе, ждем, отдыхаемся. Отдыхаем, развлекаемся. Не паримся. И все будет хорошо. Просто забиваем склады, подготавливаем армии, развиваем промку. А Чехословакию мы все равно сожжем, это не проблема. Просто, ну, бессмысленно с ними связываться в начале игры. Кстати, может быть, мы немцам кайф обломаем, может быть, они войну с ними вязут. Хотя, кстати, мне это не очень выгодно. Я хочу с этим рейком. Ну, раньше я забирал Чехословакию, даже, по-моему, Австрию брал. Может быть, раньше система по-другому работала. Может, тогда просто тупо повезло, я не знаю. В 38 году я был уже в Вене. Было дело. Так что успеем потом. Улучшенные станки сделали. Давайте доктрину сухопута переменим. Пригодится. Угу. Так, что там дальше? Склады забились? Забились. Ну, точнее, не забились. Мы просто с недостатками разобрались. Так, собираем на две линии и поставим. Сколько у нас там заводов? 4 завода. Ну, 2 сюда, допустим, 2 сюда. Самый оптимальный вариант, пожалуй. Так, немножко тут улучшим танковой дивизии, саперников. Стоп. Так. Прикрепим вначале поддержку арты. Разведроты. И саперников к вам прилепим. И к обычным дивизиям тоже немножко их хапнем. Добавим к ним разведроту и саперный рот. Сейчас мы по минусам будем, но не стоит переживать. Это вообще не проблема. Все это восстановится к нужному времени. Тем более, промка у нас стремительно развивается. Так, прибыли. Мы потом с этим тоже разберемся. Внимание! Спасибо за внимание. Так, вас сюда. Вы, кстати, неплохо держитесь. Учитывая, что мы вам не помогали. Молодцы, кстати, парты держат. А, тут парты не держат. Внимание! Ну что, я должен кого-то оставить в Шанхае теперь? Ну, давайте оставим кого-нибудь в Шанхае. А то как тут раз будет. Правильно, зачем эти порты охранять? Сюда же они точно не будут высаживаться. Придурки больные. Потом, когда поставят туда дивизию, я их отведу. Потому что сам не догадается поставить. Хотя у него, блин, тут войска стоят просто так, без дела. Ну, блин, ну ты придурок больной. Дегенераты. Дегенераты. А, кстати, гарантии не отозвали? Нет. То можно было бы еще раз поставить в наглую. Ну, ладно, раздали гарантию. Можем на Румынию зато правдашку повесить. Кстати, а это мысль. Это мысль. Можно попробовать.
Давайте сейчас я паузу видео сделаю, просто хочу такое решение мозговать заранее, все-таки это Iron Man, не хочу, чтобы была какая-то ошибочка, просто подумаю, повзвешу все за и против, а потом приму решение, может поставлю оправдание войны против Румынии и разберемся как раз с ними заодно. Без союзников, как вы понимаете. Можно попробовать. Одну секунду, не теряйте меня. Ну, в целом, помозговал, посидел, минут 10, наверное, думал, все за и против взвешивал. Короче, ничего хорошего я не придумал, потому что эта идея тоже опасная, в том плане, что может начаться игра в кошки-мышки. Мы начинаем оправдывать войну против Трансильвании, они отзывают гарантию с Чехии, кидают гарантию на Румынию. Я прекращаю оправдывать войну против Румынии, начинаю против Чехословакии, они обратно кидают. В общем, без вариантов. Лучше, по-моему, просто ждать немцев спокойно, не выпендриваться, разобраться в Китае. А потом с этим разберемся. Нам это не так уж и важно, согласитесь. Успеем. Тут точно успеем, потому что главное накопить флот сильный. Сделать сильный флот, а дальше уже заниматься остальными делами. И японцам, отсюда китайцам поможем в борьбе с японцами. Нормально, они охраняют Пекин. Ха. Почему бы и нет? Ладно, у нас будет шестеро, а не семеро. Но с другой стороны, эти придурки сюда не вылезут. Вот почему вы держите армию здесь? Вот почему вы 10 ее держите? Вот кто-то реально будет сейчас брать хэфэ? А, больные ублюдки. Да, придурки, тут поинтереснее было. А, кстати, только сейчас заметил. Обратите внимание на Чехию и Польшу. Выглядит так, как будто это какая-то улитка. Это типа раковина, панцирь. А это вот эта ножка ее, которую он двигает. Нормально. Улитка такая. Или Польша сидит на Чехословакии. А, какой ужас. Угу. Блин, я всегда умиляет. Это типа под винтовкой, типа тренируйся, скотина, тренируйся, а то пристрелю, да? Кстати, куда вы, придурки, смотрите? Вот куда вы смотрите? Вы что, в море собрались? Типа, блин, на нас советы давало, ну нахрен топимся, да? Не, а правда, вы как бы сюда должны смотреть. Ну наши как бы сюда вот и смотрят. Вот эти сюда смотрят, логично, мы сюда пойдем. Ну сюда, потому что порт могут высадиться. Ну блин, куда вы смотрите? Придурки. Ладно. Хрен бы с ними. Посмотрим, к чему придут поляки. Пусть промку качают. Мы тоже пока будем промку качать. Промка — это хорошо. Строительство идет полным ходом там. Угу. Стройки идут. Даже, кстати, в Орле у нас поставили базы. Там... сейчас. Там Орел, наверное, эффективность низкая будет со стройки. Орел, Орел, Орел. 50% можно уже убрать. Мы же промку изучили, по-моему. Да, можно в Москву подкинуть. Это будет правильнее, пожалуй. Ну, сюда одну, забивайте. Раз инфраструктура позволяет, про 60, кстати, не забывать. В тылу как раз очень удобная позиция. Для застройки 50, потом успеем. Так, мы на позициях. Ну, типа того. Ну что, по стандарту? Ну да. Так что не будем западом. Пока зарубаться, успеем. Не проблема. Будем помогать китайцам побеждать. Угу. Это несложно. Играть добровольцем — это игре одно удовольствие. Потому что у вас маленькая армия, вы ее полностью контролируете, те страны между собой сами воюете, а вы так вносите локальные, ну или по сути дела не локальные коррективы, потому что если вы правильно отыграете с добровольцем, можете ход войны переломить. Собственно говоря, что мы всегда и делали. Так что это просто сон. Я готов! Готов! Слушаю! Я готов! Я готов! В принципе, пока будет лучше так. Все, ну там ты греши. Добро пожаловать в маленький анклав. Продолжаем вот так! Кстати, без порта. Стройся! Теперь канал. Мирашки. Слушаю! Нормально. Придурки. Придурки. О, привет, придурки. Внимание! Спасибо за внимание. Смирно! Эй! Смирно! Ладно, забиться. Ах вы ж... Хитропопы. С какого хрена так произошло? Я же сказал вам оставаться на месте. А, ну вы все равно сваливаете. Внимание! Мы возвращаемся тогда. Ройся! Что, помочь им? Да... Как они через реку так быстро перебираются? Когда вас разобьем? С
трех позиций. В общем, хана вам. Японцы потеряют танки. О, авианосцы потянули. Есть ли у вас там? Эти снимы! Пусть перекидываются, хрен бы с ними. А политвласть на это, кстати, тратить тоже не имеет смысла. Надо срочно ставить людей, потому что мы и так много политвласти потратили на то, что не надо. Ну как, надо, но оно дает отдаленную перспективу, вместо того, чтобы получить какую-то ближайшую перспективу. Сюда мы пересели, давайте тогда... Что будем изучать-то? Надо нам роты, роту, ремонтную роту. Обслуживание, починка и полный ремонт обеспечивают надежную и безопасную эксплуатацию военной техники. Чтобы уделять должное внимание этой проблеме, надо создать специальные роты. Ну да, нормально. Нормально. Готов выдвигаться. А, нормально голова раскалывается. Страшно. Им роты, это хорошо. Ну давайте нарезать котлы. Строительство открыли. Так, там мы взяли ремроту, давайте возьмем еще роту обеспечения. Если у нас есть специальный офицер по вопросам тыла, то сеть снабжения будет функционировать эффективнее. Ну да, хорошая тема. Это да. Это да. Ходим. Блин, вот обидно вот здесь, конечно, что-то произошло. Ну ладно, что поделаешь. Такого никто не застрахован. Так, что там по высадкам? Не высаживайтесь. Надеюсь, показалось, Это французы. Я уж подумал, что кто-то туда высадился. Гуанчжоуань. Попробуйте это выговорить. Гуанчжоуань, гуанчжоуанировал, да не надо, гуанчжоуанировал. Во, отлично. Гуанчжоуань. Теперь можно слово гуанчжоуань спокойно говорить. Конечно, правильный вариант здесь такой, но Хрущев это та еще паскуда мразь, поэтому убираем Хрущева. Тем более здесь он нам в игре не нужен. Это если только сетевая партия, вы можете его ставить. Коммунист, революционер. Поддержка коммунизма у нас так максимально. Это если только вы играете по сетевой партии, какой-то игрок охренел, пытается вам навязать, допустим, фашизм или демократию. Тогда да. Ох, так красиво как. А в нахуй так получится. Такс, ну, что можно сказать тут? Стойте здесь. Ну, пока просто там стойте. Зачем пока туда китайцы придут? Пытаемся в котел взять. Порт обязательно надо взять. Жду приказа. Блин, слишком много клеток получается. Ну ладно. На свой страх и риск будем. Линии фронта растягиваем. Готов подвигаться. Кстати, можешь попытаться тут сорвать. В принципе, я смотрю, тут оборонка есть, можем подтянуть. Так, тут тоже ухо тут не очень эффективно, потому что, блин, они со шпагами на них бегут. Вот со шпагами, какими шпажками, это с шашлыков, да? Ну, в какой степени, да. Ну, тебя мы на зиму повышать не будем, в смысле, как увижу. Стоп. Слушаю. Ну, просто отогнать его подальше, чтобы постоял. Туда мы, конечно, не пойдем. Вас уже можно пропустить. Сюда и... Так точно! Готов выбегаться! Так, что сказать, да. Слушай! Так, стоп. Слушай! Ну давай на свой страх и риск. Выходим! Берёшь, что ли? Сам прикольно, что он, скорее всего, туда и отступит. С большей то ли вероятности, но это не точно. А, нет. Развернули гад. Правильно. Сейчас главных из порта выбить. Маленький анклавчик тоже намечается. Очень плохо. Давайте, выбейте из порта. Так, тут
принципе, уже тоже наши есть, можем подвинуть. Угу. Ну все, хана вам. Ах, вы ж, гады. Зато вам хана. Минус дивизия. Сказал минус дивизия. Ну, мы туда, конечно, не пойдем. Привет, ты одолел. Так точно. Так точно. Угу. Они шарят. Может, помочь, между прочим, чтобы быстрее все прошло. Так, зенитку открыли, тоже хорошо. Так, 37-й год. Роты поставили. А я 32 еще не изучал. Блин, тупану я. Конечно, изучаю 32. Блин, я думал, что я его поставил. Ладно. Теперь-то мы уж точно поставим. Хотя уже можно подождать до 39-го не изучать. Тут смысла нет. Опасно. Не надо сюда идти. Выходим. Угу. Надо, как же тут уже смысла не имеет. Что приказано? Успейте. Я готов. Ладно, я заморожу тогда. Теперь точно успеет. Пусть Канина пытается пушиться. Угу. Так, ну это не котел. Что, кстати, приказано? Попытаться можно. Вряд ли, но попробуем. Если было бы 2-3 танка, тогда да, так вряд ли. А, мой эксперт по танкам открылся. О, это тема, а то... Брать, эксперты по земле не так шурят здесь сейчас. А так, может быть, как-нибудь возьму. Угу. Сейчас просто в этом реально смысла нет. Угу. Ох, шести русские все время воюют зимой, да? Так, стоп. Жду приказа. Вы их обгоните. Выходим. Шикарно. Я готов. Все, хана вам. Что там у нас? Давайте потихоньку. Котел намечается. Руссо. Угу. Хана вам. Да, добровольцы умывать — это одно удовольствие сплошное. Стоп. Готов. Пауза. Готов. Гнать их нахрен с санными тряпками. Не возьмете вы их там. Мы под огнем. Вообще я отсюда могу уйти уже. Там наши стоят. Ой. Молодцы, молодцы. Сами двигайте. Правильно. Стоп, 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 стоп. Слушай! Еще надо. Так, стоит не рожки. Готов. Ну, очевидно, что здесь Тухачевского убирать надо. Да еще скотина была. Советско-польскую войну просрала. На всем это охрененно. Марш, охрененно, марш. Это охрененно, генерал, охрененно. Смешно. В следующем разу там. Так, ну, конечно же, Калина, потому что во время войны у нас будет полная хопа тут. Нам повезло, во время Польши видели там какие цифры. Готов, может быть, не видели, не знаю. Были очень жесткие, я просто не стал говорить, чтобы лишний раз никого в панику не вгонять, но там цифры были реально вообще хреновые. Слушаю. Готов. Может, мы будем в бане? В бане не надо. Японскую? Так, стой. Да ёб твою, выберись. Сюда, сюда. Угу. Внимание. Спасибо за внимание. Добро пожаловать в котел. Молодец, бросил. Почему не бросить? Это же хитрый поп. Тут еще и порт, кстати. А что, я его пытаюсь рашить? Надо его рашить тут. Забагуйтесь. Тут все чики-пуки будет. Я готов. Тут точно можем. Отсюда точно можно перейти сюда. Ах ты ж гад. Ладно, это тень спасет. Организация с ним нулевая. Угу. Кстати, что это? Ладно. Выходим. Угу. Угу. Давайте. Давайте, котел. Да. Здорово. Далянь надо взять обязательно. Угу. Что там на юге Китая? Не высадились? Не. Пытаются. Ну, вроде как безуспешно, я надеюсь. Только не пойму, куда? Сюда, что ли? Нет, просто.
Непонятно, куда-то пытается высадиться, но я надеюсь, не высадится. Я тут оставлю все-таки Инс, потому что в тот раз из-за этого все не прокатило. Может быть, сейчас как раз и проверим эту теорию о подписании мира. По идее, она должна быть рабочей. Ну, да, конечно, кто знает, всяко бывает. А, лучше скатило. Ну, лучше пристраховаться. Привет, вы чего, дырели? Она вам... Давайте. You can do it, you can. Вперёд, выходим. Надо пока охреневать. Сейчас подождем, а то еще нас тут выпилят. Быстрее, можно их разбить. Три дня, вы шутите. Давай, давай. Давайте. Ну, ладно, вам. Да все, хана им тут. Угу. Твари. Совсем одурели. Ладно, давайте маленький котел сделаем. А, окей. А, это он пытается их, больной ублюдок. Так, ладно, раз такая тема. Ну давайте этот котел делать. Из одной дивизии, хоть что-то. Внимание! Угу. С разных направлений. Так, точно! Кинуть их нахрен. Угу. Ну давайте. Что там, кстати, по фокусу? Идиот, потихонечку. Идиот. Гарантии они, конечно, называть не стали. Значит, Словакии, да? Кстати говоря, может быть, это обломает кайф немцам. Может, может, может. Потому что немцы пойдут на них войной. Ну, через Минское соглашение. Они могут не согласиться, кстати. Потому что гарантии... Ну, хотя вряд ли. Но отношения более улучшены, скажем так. Держать дистанцию! Ну все, выбили их отседа. И все, минус дивизия. Готов. Мелочь, мелочь, приятно. Угу. Добро пожаловать в котел. Ну, давайте тут поработаем тоже. Раз одна дивизия. У нас тут аж две дивизии. Угу. Он пытается их отсюда выбить, как это мило. Все, дивизии хана. Угу. Стоп. Слушай. Даже, в принципе, все. Давайте сюда, я там посмотрим. Угу. Так, точно. Три дивизии, вы чего, дарели? Вы все уходите, только одна уходит. Выходим. Ну ладно, давайте пройдемся. Прогули... Кстати, намечается кое-что. Но это опасно. Ну, можешь проканать. А, облом. Сюрприз, муза, пока. Так, тут работаете, работаете. Так точно. Выйдите отсюда нахрен. Молодцы, хоть пытаются что-то делать, но это вообще беспонтово. Я готов. Ну, котел очень маленький. К тому же очень рискованный, но тем не менее. Давайте. Войну открыли уже. Так, 8 декабря 30-го я подожду и сразу получу бонус к исследованию, так что не буду ничего трогать. Главное не забыть 1 января все поставить. Так. Угу. Что там по складам? Ну, почти все восстановили, как я вам и говорил, собственно. Блин, они еще умудряются столько здесь дивизий держать с нами на границе. Во время такой войны. Не, ну в принципе правильно, правильно, а то мало ли что. Здесь порта нет. Сейчас будет. Но не думаю, что он на две высадки будет делать. Это слишком жестко для него. Так что не будем лезть. Угу. Что тут у нас? Вообще опасная тут позиция. Давай, давай. Можем налететь хорошо. Надо сюда посматривать. А то зайдут. Никогда. Зададим шар. Угу. Облом. Угу. Сюрприз. Котел все равно получится. Угу. Можем, кстати, его обратно оттеснить. Готов? Чтобы не упендриваться. Ох, ё-моё.
А, тут еще ж война, но это не серьезно. Продолжаем! Это не серьезно. Угу. Смирно! Давайте сделать этот долбанный. Ой, а вы реально туда пришли? Выходим! Куда-нибудь тесните кого-нибудь. Давай, правильно, давай! Правильно, правильно. Все, выйдет нахрен. Так, что тут у нас? Вытесним их! Пытаемся. Можно порт в изоляцию взять, это будет правильно во всех смыслах. Ну да. Ну да. Ну да. Да-да-да. Ге-ге-ге. Ага. Выходим. Выходим. Угу. Хорошо. Внимание. Ну тут просто так потом вернуться. Стройся. Угу. Понял. Удаляние. Остальных сюда. Привет, ты одарел. Слушай. Хитро попой. Вперед! А, забил я на это. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь. Ой, серьезно. Выходим! Все, можем не насиловать их там. А тут можем. Насиловать. Так, одну армию, конечно, нужно оставить. Армию. Одну дивизию танковую. Угу. Слушаю. Угу. Выходим. Сразу сюда. А сразу выходим. Сюда. Угу. Готов подвигаться. Блин, ну ладно, ничего страшного. Они отступят как раз сюда. Здорово, здорово. Далее ни хрена у нас там укрепление. Ну, очевидно, что здесь вариант. Да, убираем, конечно же, Ежова. Короче, прикол. Хотя я говорю, не на этом процессе был Ежов, придурки, там на этом процессе Егору судили. Дебилы кончили. Даже не знают историю. Разрабатывают историческую стратегию, не знают историю. Позор. Зададим жару! Давайте. Ну все, чистку мы с вами провели. Все, здорово. Ха-ха-ха. Выходим. Хана. Ну, думаю, смысла держать никого здесь нет. Сюда у нас ладится. Не думаю, что будет. Хотя может. Выходим. Вас главное разбить сейчас. Причем с разных направлений. Угу. А, 3 января, стоп. Успели. Так, берем, значит, вычислительную машину. Сразу же. Угу. Ждешь. Кстати, что там по фокусу, а ты вообще не смотрю, по странам. Война завод, правильно, правильно, коммунизм уже у вас скоро будет. Фиоп еще не скоро, тоже правильно все делаете. Что там, рейх, аншлюз. Сейчас начнется. Сейчас начнется. Угу. Это хорошо. Не стоим, идем. Что начнется? Так, вы бьете их, да? Берем, так слабо что-то. Ну ладно вам. Целюсь. Уступайте нахуй. Так, тут чем мы занимаемся? Вперёд! Выходим! Вещами. Да, спасибо, очень хорошо, что меня пожеляли. Так. Угу. Так, так. Угу. Тоже отступайте. Идём! Идём! Угу. Сейчас 4 дивизии вам. Брось! С разных направлений для большей эффективности. Угу. Все, хана. Так, вот это прорвать, как я сказал, это выгодно. Безусловно, вас сюда подкинуть. Так, лучше по одному направлению. У нас тут плохо, ладно, сюда тогда. Минус дивизия, может быть, будет сейчас. Если успеем. Может, и успеем. Должны успеть, должны успеть. Должны успеть, да, все. Угу. Минус дивизия. Молодцы. Выходим! Хорошие мальчики. Так, стоп. Так точно. Лучше отсюда атаковать. Принципиально. Угу. Тут тупо ждать. Тупо сидеть и ждать. Занимаю укрытие! Занимаешь. Готов подвигаться. Я давал вам такой приказ, вы что, устали?
Опять осталось игрушки. Не-не-не, сразу направлю. С нескольких, чтобы еще веселее было. Опа-опа-опа, с завода подъехали, это хорошо. Фабрики, точнее. Так, давай, что там, на 80% есть что-то? На 80 не вижу. На 80 все забито. Угу. 60 есть, 90, но это не у нас, это у поляк. Ну давайте тогда к 70 заполнять. 70 вижу одну. Угу. Больше 70 не вижу. Но это я не буду, это я чисто под фабрики держу, потому что прибрежные провинции. Верфь только могут в прибрежных провинциях, что не совсем правильно, потому что некоторые это запчасти, детали можно производить. И в сухопутных же районах, ну просто потом перебрасывать их, почему нет. Где тут хорошая топовая провинция была на 60%. Вот она. Обязательно ее. Ну как-то так. Ладно, это у нас одновременно 1, 2, 3, 4, 5, 6 линий. Ну, 6, правда, всего одна фабрика, но 5 полных линий. Это хорошо, буду строить, пока, наверное, линии 10 не наберу. О, вы тут сами разобрались. Конечно, вы тут никого не держите, поэтому я обратно одну дивизию. Зато теперь там держат. Угу. Одну дивизию подкинул, скотина. Да все равно это вас не спасет. Очень холодно. Месяц, да ну нахрен. Может, ну их в баню. Да ну нахрен. Значит, не-не-не, все правильно, он одну отозвал. Ну он тоже, конечно, молодец, мог бы и поддержать в атаке нас. Точнее, себя, потому что земли-то мы эти для их, них-то берем. Ладно, забейте в бане, не буду этим анонизмом заниматься. Рано или поздно он все равно потеряет. В любом случае. Сделаем интересно. Так, ну вас оставим, может он будет пытаться прорваться. Тут, в принципе, есть армия, так что себе. О, больной придурок, он решился. Или это они на него? Понятно. Послушалос. Мирно! Так. Что приказа? Сейчас идет один. Угу. Еще один. Угу. Сейчас еще один маленький котел сделаем. Пойдем в Корею. Хана ему тут. Угу. Без вариантов. Без вариантов. Сейчас пока что не в это. Так тем неплохая. Успеем потом. В Японии что-то надолго залипло. Зависло. Угу. Так что проблем не будет. Угу, угу, угу. Давайте, выбить их нахрен. Угу, угу, угу. Так-с. Чистку завершили. Здорово, хорошие новости. Так, сразу тогда делаем, пойдем по этой ветке, здесь в данном нашем прохождении лучше так идти, а так вообще лучше так, конечно же. Восстановление военной мощи. Теперь, когда Красная Армия наконец очищена от троцкистской заразы, можно слегка ослабить партийный контроль и предоставить военную некоторую свободу. Ага, чтобы заново троцкисты там появлялись. Ладно, будет действовать здесь в игре восстановление военной мощи, что даст дивизию плюс 2%, хорошая вещь. И скорость восстановления дивизии плюс 10%. Очень жирно, очень имбово. Все, убрали мы эту хрень. Все хорошо. Теперь. Угу. Ожидаемо. Мне границу перерисовывать надо, военных действий нет. Мы не граничим с ней. Вы сейчас на что пойдете? На восточной территории, наверное, да? Покажите, что вы делать будете сейчас. А, ну, понятно, ничего интересного. Ну да, 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 правильным путем идете. Тоже всякой дрочью занимаетесь. Что в Эфиопии? Когда там коммунисты будут? Пора бы вам уже сменить свою форму правления на правильную. Слушаю. Помогите чисто по фану. Чему это приведет? Слушаем. Я двоих сюда отправил. Ладно. Угу. Ройс. А, здесь все правильно. Выход!
Идите. Минус дивизия. Думаю, выбьем рано или поздно. Готов. Может, наглую психануть, пойти в Корею? Можно. Кушать собачек. Угу. Так. Ну вот что так долго? Угу. Скоро хана им будет. Осень, осень скоро. Угу. Так, тут надо подумать. Что приказ? Лучше здесь их прорвать, наверное. Чё-то все как-то плохо здесь. Позиция. Танков не хватает катастрофически. Ладно, справимся. Угу. Так, по производству, в принципе, все довольно неплохо. Да-да-да, мы можем новые вещи запустить, мы знаем. Пока не надо, пока мы их просто произвели. Строительство, стройки. И будут стройки потихоньку. Продолжаем атаку! Угу. Какую атаку вы в дефе? Ладно. Тут неужели одну дивизию уже убили? Я готов. Слушаю! Так, у нас тут больше армии нет, тут стоим. Они принципиально Шанхай, что ли, игнорят? Походу. Хотя там горы. Слушаю. Ну очевидно же это, что я не дам сюда пройти, придурки вы. Конченые. Отступаем! Ах ты ж... Пугал. Дрели край. Угу. Все хорошо. Угу. Получится взять котел. Я готов. Возможно. Авиабазу мы берем, это круто. Ха-ха-ха, выключили авиацию вам. Что приказано? Опасно, конечно. Роту сделали. Так, 38-й год. 38-й год нам открывает только вот эти улучшения, вот эти. Вот эти. Так что давайте это все исследовать. Это нам пригодится. Внимание! Конечно же. Чую, что котлом пахнет дело. Так, точно! Угу. Вот обеспечение открыли. Ну, полевой госпиталь давайте, наверное, тоже откроем. Потери еще не означают, что боец погиб. Экстренная медицинская помощь раненым, доставленным в тыл. Первый шаг на пути к спасению жизни. Ну да, хорошая тема. Особенно, если у вас ограничены людские ресурсы. У нас они не ограничены, но в целом она нам поможет. Надо их ее открыть обязательно. Я готов. Что, ладно. Целюсь. Пытаются выбить нас, пусть пытаются. Это не поможет. Да ладно, ты сказочный долбоящер. Придурок. Просто придурок. Готов? Добро пожаловать в котел, придурки. Нормально. Так, ага. Ну все, вам хана. Не стои, выйдем! О, здорово. Они не выбили. Не сможете их выбить сюда. Должен суметь. Что там по потерям? Нормально. У Япошек потери хорошие. Мало, конечно, но все же. Для такой войны это здорово.
Все, хана вам. Идем! Идем! Угу. Угу. Так, что тут у нас? Тихо, все. Росо. Опа, опа, опа. Ставить. Мы тесним их. Так, любите. Смирно. Какая-то ситуация нестабильная. Здорово. Готов подвигаться. Добро пожаловать в котел. Придурки. Сами себя добивают. Ну, это отчаянный раш. Что они могут тут сделать? Ничего. Так, застройка пошла. Хорошо. Так, 60% значит ищем. Угу. 60, 60, 60. Они тут есть на 60. Это я знаю. Так, 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 так. Так. 60, 60, 60, 60. Блин, не вижу. Ну, одну фабрику здесь можете присобачить. Ну, этого мало. Угу. Ну, здесь можете одну фабрику. Дальше мы не заходили. Это уже не наши земли. Развивать их не будем. Сейчас. Ну, больше 60 я не вижу. Нет, нет, вижу. Вижу, вижу. Так, 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 так. Не, ну мало ли, надо просмотреть всю страну. Может что-то и будет здесь еще. Так, так, так. 30, 30, 30, 40. Да, пока так занимаюсь. Это у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Почти шестую линию забили. Очень хорошо. Вот синхоросом. Так, так, так. Ну это вам не поможет. Вы можете забирать эту землю. Остальное я могу уже сдавать. Соберут. Угу. Успеют, успеют. Должны успеть. А, успели. Здорово, облом. Сюрприз, мы за пока. Здорово, здорово, здорово. Хорошие новости. Тесним их. Угу, угу. Так точно. Со снарягой, смотрю, у них проблемы. Но поставлять я им, конечно же, ничего не буду. У меня самого тут проблемы со снарягой. Нам бы кто-нибудь что-нибудь поставил. Атаку. Он бросает позицию, приду. Не знаю зачем. 10 часов. Стоп. Выходим. Угу. Хорошо. Готов! Допустим. Угу. 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 Здорово, котел намечается. Внимание! Спасибо за внимание. Готов. Хотя нет, идите оба себе, у нас все. Пусть давайте отправим. Пусть идут. Так выгоднее. Угу. Стоп. Слушаю. Угу. Сюда. Ну, в принципе, это все можно подвинуть. Хорошо. Звук такой, как будто он в котле. Что приказано? Так, тут у нас сколько? Три армии. Занимаю укрытие! Четвертое. Так точно. Я готов. Блин, уже мастера просто, это здорово. Ветераны с максимальной прокачкой. Это круто. Это очень круто. Жду приказа. Ха, добро пожаловать в котел. Или потеря-то, в смысле, может быть у нас... А, тут ладно, бывает. Смирно! Ровно. Так, отлично. Внимание! Жду приказа. Угу. Угу. Ах ты ж, ставить. Зададим к шару. Пока 32 открыли. Апгрейд пока не буду. Хотелось бы его изучить, но сейчас это невыгодно. Лучше подождать. Так что давайте исследуем. Что нам еще надо? По базовым вещам. Корабли рановато еще. Хотя тоже можно начинать. Давайте возьмем с вами морскую пехоту.
пригодится. Войска, специализирующиеся на морских десантных операциях, становятся все более незаменимыми. Импровизированные тактические приемы и снаряжение уходят в прошлое. Наша морская пехота теперь происходит специальной подготовкой, начиная с специальными десантными кораблями. Да. Хорошая штука. Пригодится, конечно же. Так. Ну, раз вы в котле, значит, что сделать с теми, кто в котле. Так, на Францию посматривать. У нас фокусы хоть синхронные должны быть, да. Да, синхронные. Синтетический каучук. Скоро 50% будет. Давайте, французы, вы же сможете взять власть в руки народа. Я готов. Опа. Пришел. Стоп. Сюда. Жду приказа. Тема. Хотя смысла. Так точно. Нет. Жду приказа. Ладно, носил в себя. С понтова. Выходим. А это понтова. Так. Так, давайте. Я готов. Он готов. Выходим. Хотим. Так, тут надо. Выходим. Думаю, успеем. Должны, по крайней мере. Но это не точно. Это не готов. Точно. Этих нахрен. Ой, серьезно. Потеряны. Ты же понимаешь, что это город, но все же. Уже наш приказ. Нормально. Так. Жду приказа. Ждешь. Выходим. Вообще не допускаю, что ждешь. Выходим. Вполне допускаю, что ждешь. Эй, ты чё, дурел? Вы на путь коммунизма стать не хотите? Национализм. Успехов. А смысл мне с вами подписывать пакт ненападения? Да, фокус у вас тут веселый, конечно. Понарисовали фокусов им тут. Ага. Целюсь. Ох ты, целишься. Я готов. Да ладно, там одна дивизия. Конечно, понимаешь, что это горы, ну ёб вашу мать. Смирно! С неразных направлений еще выбить не можете. Забейте на этот котел. Так. Остальные военные мощи провели. Ну и дальше давайте возьмем реорганизацию армии. Большая чистка не пошла армии на пользу. Новое руководство слишком неопытное и неэффективное. Никто не занимается разработкой военных доктрин. Это следует немедленно исправить. Да, хорошая тема. Получим бонус 50% к следующей работе доктрины и опыт армии плюс 20. Плохая тема. Остальных мощи. Ничего не написано. Ну на самом деле-то, блин, особо-то чистка-то военных там такой-то сильной не была. Там что-то политдеятели были. А не военные. Чистка, тем более, тоже не очень правильная тема. Чистит белье от грязи. Хотя в какой степени это и есть грязь. Даже не в какой степени это и есть грязь, но это не белье. Странно же, это не белье. Ну ладно. Так. А, ну там их можем уже не носить. У вас по-другому возьмем, хотел, если тут не хотите. Продавливаться. Угу. Жду приказа. Загнать их тупо. Смирно! Ну все, хана вам. Добро пожаловать в котел. Внимание! Спасибо за внимание. Так, я возьму. И... не факт. Готов подвигаться. Я заблочу. Так. Готов подвигаться. Хотя зачем мне надо? Отставить! Стоп! Стройсь! Сколько у нас там? Занимаю укрытие!
патронов конкретно не хватает. Снаряги до хрена, может еще снарягу давайте убавим. Где-нибудь вот так, пожалуй. Хотя давайте на одну линию перейдем. Там сейчас важнее. Угу. Так, нам пора уже заканчивать, пишу где-то около часа. Не хочу делать лина, просто эта игра, вы знаете, насколько заразная. И остается довольно сложно. Так. Готов. Ты чё, дарил? Я готов. Ну, мы раньше. С другой стороны, ты ничего не дашь, он зайдет, ну, пусть заходит. Ну, в котел возьмем, кстати. Буду такое. А. Выходим. Так. Угу. Давайте. Выходим. Угу. Ах, ты свалил, гад. Мирно. Выходим. Интересно. И тема намечается. Так, с хорошо. Ну, почти Корею всю взяли. Стоп. Мирно! Угу. Я готов! Хотя, здесь... Так, что там? Другие страны по фокусам, кстати, взяли. Эфиопа. Пока в коммунизм не перешли, не сваливают. Вот всегда как вовремя. Ну давайте, только вы не берите это. Ну ладно вам, ну не берите. Вы же не придурки, чтобы это сделать. С вами интересно. Инновации в армии. Гитлер что-то не хочет идти. Тут не высадитесь, я надеюсь. Тут я дивизию убирать не буду. Потому что он постоянно что-то делает. Не очень хорошее. Там просто психолог. Добейте вы их. Сколько тут танков стоят. Да-да-да, иди сюда, правильно, придурки. Так точно. Выходим. Угу. Облом. Добро пожаловать в котел. Я готов. Ну, пусть один добьет, допустим. Выходим. Угу. Внимание. Внимание. Угу. Внимание. Скорее их выбили. Тут дрочка перед дрочкой идет, несерьезная. А, все-таки высаживайтесь сюда. Правильно, что мы танк оставили. Потери у него большие тут будут. Ха. Высаживаться на танк, больной ублюдок на танке. Так, ну давайте до пуса. Мы пройдем. Угу. Сейчас закончим. Вперед! Заразно. Стоп, надо отставить. Стойте. Да стойте! Держать дистанцию! Еще решать. Угу. Пусть лучше побудет агрессор. Так. Зададим шар. Да. На свой страх и риск, не очень удачная там позиция, но все же. Все, Корею вы слили. Стоп. Так точно. Всего однозначно, сюда. Разделение другое. Дивизию. Сюда. Внимание. Выходим! Если успеем, будет круто. Успеем. Этот идиот даже не пытается сопротивляться. Так точно. Точно. Слышь, пьем обратно, ведь обязательно. Зададим шару. Угу. Все покрашено. Слушаем. Угу. Смирно.
Угу. Так точно. Так, отлично. Что приказано? Угу. Все, здорово, дошли до самого юга. Да, хорошо. Угу. Кстати, добро пожаловать в котел. Особенности национального котлостроения. Здорово. Пытается вступать скотина. Угу. Угу. Готов! Все, ты в котле. Смирно! Угу. Это его не спасет. Кстати, что там у нас? А где я котел хотел сделать? Готов? Нет, это потеря, истощение, так что пусть так сидит там. По сути дела, полукотел. Снабжение только через его марионетку. Так. Кстати, надо за марионетку пока смотреть. Ну здорово, один котел уже есть. На две дивизии. И тут на четыре. Нормально. Хана вам. Вам полная, самая настоящая хана. Хана. Ну да. Давайте. Угу. Все, хана вам. Сами заберете. Все, Корея свободна. Ну, с этим котлом сами будем разберетесь. Маленький. Тут опасно, конечно. Так точно. Говорит, тот, кто не рискует, тот не рискует. Верно. Сейчас минус дивизия будет. Смирно. Что хотел, можно сделать. Нужно. Выходим. Все. Хана. Угу. Все хорошо. Готов. Фабрику. Так, значит, на 50-й будем. 60-х уже не осталось больше, походу. Угу. Ну давайте 50 развивать. Что у нас там вообще пустое? Потому что тут строится будет в пустых. Ну хотя бы так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почти шесть полных линий. Хорошо. Угу. Готов подвигаться. Все-таки вот тут слили. Внимание! Мать вашу, как вы такое допустили? Выходим! Выходим! Не прорвем тут. Выходим! Нет, нет. Так. Угу. Теперь тут их надо в Маньчжурии двигаться. С вами. Ох, ё-моё, мы вас не трогаем, это плохо. Это очень плохо. А, да, честь. Сколько, насколько там затянул, сейчас огляну. 10 минут, блин, плохо. Ладно, что там у нас? Что там у нашей марионетки, кстати? Что там в Польше? Подготовка к следующей войне, правильно, правильно. Готовьтесь к следующей войне. Эта война не очень у вас получилась. Но следующий у вас обязательно получится. Мы вам обязательно поможем, это поможем. С немцами, конечно, печально. Тут я смотрю, сколько у вас дивизий. Реально. 69-133, а у нас... 38. О, поляки дивизии сделают, я смотрю. Молодцы, молодцы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Блин, у поляков дивизии есть. Это хорошо. Это радует. Ну, короче, Кёнигсберг ты сдаешь, я смотрю, да? Молодец. Тут ни хрена у тебя проблем с снаряга. Прорубить бы его сюда вообще было бы здорово. Такой котел суперский будет. Тут не очень получится из-за Чехословакии теперь, раз мы отказались. Институт военной авиации. Вы нас не любите? А, ну да, там уж создали большую, огромную мировую напряженность. Сейчас тут гляну, что тут. Опа, 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 молодцы. Надо их выбить отседа. Сейчас пару штышков. Здесь волос. Ты ж гад. С
успеем. Наверное. Да, успеем. Я готов. Молодец, молодец. Сейчас добьем их тут. Все, им вам хана тут. Молодцы. Подбросили. Это с вами хрен с ними. Хотя, что значит хрен с ним? Вы сколько идти будете? Так быстро, вы что, дали? Да бросайте его нахрен. Он не вернется туда. А вы что, вы дебилы! Вы знаете, что вы дебилы? Нет, молодцы. Опасно. Но все равно они от этого пострадали. Значит, мы Шанхай потеряли. Не лучше было. Сейчас посмотрим, что у него тут. Одна дивизия. Он что, сюда высаживается? Вот именно в эту точку высаживается. Больной будет. Вот больной будет. Шанхай. Ну все-таки он взял его. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас Ханчжоу выбью его и все. Да выбью, выбью. Кстати, что-то вообще дал. Не пытаются даже. Так, дивизия. Внимание! Потеряна. Спасибо за внимание. Так. Продавить их нахрен, не смешно даже. Готов подвигаться. Прорежем, прорежем, прорежем. Готов подвигаться. Готов. Внимание! Низи. Выходим! Сейчас котел будет. Готов подвигаться. В принципе, ладно, пусть падает. Ладно, иди сюда. Страшно. Так. Выходим! Верфи уже освободились. Достроили все, что надо. Что там у нас по флоту? Флот, наверное, более-менее на что-то похожее стал. 67 кораблей. Ну, это не супер, но хорошо, хорошо, хорошо. Ну, давайте что? Одну. У нас всего 7 верфей. Давайте, наверное... Что сделаем? Не знаю. Ну давайте поставим одну на конвои. Остальные, допустим, просто чтобы они производились. И одну поставим, давайте на... А, ну мы пока те не можем делать. Давайте делать... Эсминец, пожалуй, да? Насколько легко делается. Угу, все, занимайтесь. Хорошо, флот уже на что-то более или менее похож. Молодцы, сами их заберут. Слушаю. Угу. Выходим. Блин, надо останавливаться, Макс. Это заразно. Это очень заразно. Ладно, все, вот сейчас посмотрю вниз и точно делать ничего не будем, закончим. Смирно. Да выбейте их нахрен. Сейчас, давайте, мы должны успеть. Все. Я тут не стал брать пробку. Модернизация армии провели, стоп. Ну и дальше пора начинать вот это. Начнем с модернизации железнодорожной сети. Угу. Выходим! Выходим, выходим. Все, хана тебе. Сейчас эту дивизию убираем и заканчиваем. Готов подвигаться. Угу. Минус дивизия. Выходим! Все. Такс, а, фокус в других стран. Глянуть надо, что они там взяли. Суки тупые. Просто одно слово, суки тупые. Два раза слово, похрен. Уже 52%, хорошо. Ладно, давайте сохранимся, подведем итоги и закончим. Ну ладно, сам сохранимся. Ну что, мои дорогие друзья, на связи была МК Баски. И мы сегодня с вами вновь продолжали играть в интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно плохую и интересную под названием Hearts of Iron 4. А именно в третьей части игры за Soviet Union, Советский Союз, мы достигли с вами следующего. Первое. Мы помогли Китаю. Довольно хорошо помогли Китаю. Второе. Мы с вами подкачали промку. Склады забили. Усовершенствовали армии. Перевели некоторые организации. В общем, еще сильнее подготовились. Все-таки Чехословаки перешли на третий рейх. Будем биться с ними. 9 дивизий, вы шутите? Ничего, правда, у вас 9 дивизий тут? Ну, это правда. Нет, не может быть такого. А... потребует судеты. Сейчас начнется.
Интересно, дадут, не дадут. Это уже будет следующее счастье. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баский. Мы заканчиваем сеанс. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео нашего с вами старом добром консервативном канале. Всем пока.